Новогодние праздники, время подарков и исполнения желаний. Благотворительная акция «Новогоднее чудо» проходит в Гродно. На протяжении 2 недель каждый желающий может принять участие в акции. Для этого можно просто подарить детям игрушки, книги или сладости. А некоторые могут на время стать Дедом Морозом или Снегурочкой. На специальной елке висят письма от детей с желаниями. Любой неравнодушный может прочесть его и тут же исполнить детскую мечту. После проведения акции волонтеры и организаторы проведут концерт для детей-сирот и детей-инвалидов, где и передадут ребятам подарки. Основная суть акции – это как раз-таки написанные письма детей с их пожеланиями, мечтами, то, что они хотели бы получить на Новый год. Ну а наша задача непосредственно нашего благотворительного общества и горожан города Гродно – это помочь в осуществлении их желаний. Благотворительная акция «Новогоднее чудо» проходит в Гродно уже в 6-й раз. В этом году организаторы совместно с волонтерами проводят ее в 3 крупнейших торговых центрах города. Этот год огненного петуха хочется, чтобы этот цыпленочек принес какому-то ребенку счастье. Эта книга Носова, она мне очень понравилась самой, и мне бы хотелось, чтобы тоже кто-то порадовался этой книге. Вот. И вообще, пока мы верим в чудеса, они будут сбываться.